С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budoshin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. В этом видеоподкасте я хочу дать анонс тем новым курсам, которые выйдут у меня очень-очень скоро. Вот, совсем прям скоро. Вот сегодня 2 октября, да? А курсы выйдут очень скоро. Я думаю, что до конца месяца они будут уже выпущены. Осталось дописать буквально пару роликов, а монтаж уже начался. Вот. Это за курс? Первый — это Makivara Starter, второй — Makivara Beginner. Несмотря на то, что курсы по названию похожи, суть названия похожа, они разные, они друг друга не заменяют абсолютно. Вот. Значит, из названия понятно, что Makivara Starter — это курс для новичков. Кого я понимаю под новичками? Я под новичками понимаю всех тех, кто не работал никогда на макеварах упругого типа. Особенно на макеварах упругого типа с отбойником. Вот. Потому что такие макевары позволяют делать, значит, те виды работы, которые на простых упругих досках сделать нельзя. Есть один стиль работы, который на простых упругих досках, в принципе, невыполним в той мере, в которой это может быть. Makivara Beginner — это более продвинутый курс, вот, для тех, кто уже на макеварах упругого типа работать начал, уже занимается. Вот. Опять же, уже для продвинутых, в смысле, не совсем, потому что для продвинутых совсем будет уже дальше другой курс. Вот. Вообще, это целый цикл курсов, да? Ну вот пока выходят только первые два. Так вот, что хочу отметить. Что несмотря на то, что это стартер и бигинер, курсы полезны будут абсолютно всем. И тем, кто никогда на макеваре не занимался, и тем, кто на макеваре занимается давно. Потому что есть аспекты некоторые, некоторые нюансы и тонкости, которые, собственно говоря, освещаются очень редко. К ним, наверное, приходят иногда или часто приходят те, кто макевару практикует очень давно. Они приходят эмпирически, к пониманию вопросов некоторых. Такое есть. Те, кто макевару практикует в полной системе и для кого это не является профессиональной как бы темой, они до этих вещей никогда не дойдут. Ну, или дойдут, но вероятность этого чрезвычайно мала. А учитывая тот факт, что семинаров по макеваре проводится мало, и специалистов по набивке, в общем-то, тоже немного, и они, опять же, по макеваре, по набивке семинары проводят тоже редко. А если и какие-то мастер-классы бывают, то просто показывается, как они это делают, и без разбора тонких аспектов работы всего этого, то, собственно говоря, эти два курса будут прекрасны им, пособием методическим, в том числе и для тренировок, потому что там разжевано все детально. Если кто-то будет обучать своих учеников работе на макеваре, то уже готов геометодический, и пособие будет просто великолепно, потому что оно и вообще предназначено для людей от нуля и до конца первого года занятия, может даже 2 или 3 первых лет занятий. Вот так вот. А когда именно конкретно, чего и как эти курсы выйдут, в какой форме и все остальное, я вас уведомлю на своих сайтах, на www.budoshin.ru, www.blog.ru, www.makivara.ru. Кстати, на этих сайтах, значит, есть формы подписки на рассылку. Вот. Чтобы не лазить постоянно проверять, а что там вышло на сайте новенького, да? Хотя это неплохо делать, потому что не все материалы далеко попадают в рассылку. Но стоит подписаться на рассылку, там специальные формы есть, вы просто заполняете имя, фамилию и e-mail свой. И вы будете получать анонсы и новости, и уведомления о том, какие вышли материалы на сайте новые,
уже по рассылке на e-mail. То есть это просто. Вам контролировать все время сайты мои не придется. Вам будет удобно очень работать. Единственное, конечно, для тех, кому сайты понравятся мои, лучше, конечно, регулярно заходить. Почему? Потому что далеко не все материалы сайтов попадают в рассылку. Вот. Но по курсам обязательно материалы туда обязательно попадут. Это 100% обещаю. Так что ждите. И кто заинтересован, можете, пожалуйста, вопросы задавать мне на mail. Удачи, всем пока!